Поклонники Кэти Топурия подозревают, что певица воссоединилась, или очень близка к этому, с рэпером Гуфом, своим бывшим бойфрендом. Ходят упорные слухи, что певица простила измену бывшему возлюбленному. Впервые об этом начали говорить на днях, когда Гуф перед отъездом в Израиль спел в сторис своего инстаграма песню Кэти под названием «Улетаю». Уже через день в сети появилось ответное видео от Топурии. На нем артистка, улыбаясь, подпевает под одну из песен Гуфа. А не так давно рэпер рассказал о том, что любит Кэти до сих пор и надеется на примирение. «Не держу обиды. Я ее вообще очень люблю. Разберемся без вас», — говорил он. Гуф написал песню об отношениях с Топурией. В ней он признался, что Кэти была и остается лучшей девушкой в его жизни. Стены его квартиры до сих пор украшает ее портрет. Она ушла, но по сути так никуда и не делась. На стене ее картина как и висит, так и висела. Висеть, чтобы отпугивать левых, звездочка, 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 пока я не встречу кого-то лучше. А лучше я никогда не найду, говорится в песне Гуфа. Похоже, что это признание в любви растопило сердце Кэти. Напомним, что Кэти ушла от Гуфа после того, как стало известно о его связи со звездой Дома 2 Яной Шевцовой. Девушка утверждала, что рэпер имел с ней близкие отношения. В свое время ради отношений с Гуфом певица ушла от своего мужа, Льва Гейхмана, в браке с которым Топурия родила дочку Оливию.